микрофон работает, все нормально. Лампа светит. Слушай, Саша, короче, у нас сегодня минута славы в Нео. У тебя 20-30 секунд. Ты должна рассказать, почему ты такая индивидуальная и чем ты отличаешься от других девчонок. Так быстро говоришь, что тебя невозможно услышать. Давай повтори еще раз. Чем ты отличаешься от других людей? Понимаешь? Нет? Да. Да, хорошо. Ничем не отличаюсь, я такая же, как все. Петь не умею. Петь не умеешь? А чего умеешь? Танцевать умею. Я очень круто танцую, как робот. Так не каждый может. У меня охуенный свитер Canon. А что еще? Готовить умеешь? Стихи рассказывать. Стихи? Умею. Давай, стих, да. Аниматерные. Я очень замечательный. Чего это за шняга такая, вообще я не пойму. Короче, все круто, все заебись. Ой, мат. Да. Вроде все нормально. Че, iPhone 4, да? Все нормально, че? Все хорошо, че волнуешься? Все нормально. Камера снимает. Слушай, смотри, у тебя кудряшки хорошие. Мы узнаем вообще, чем ты отличаешься от других девчонок. Расскажи, можешь нам рассказать, чем? Мне вот. Кажется, ничем. Сделай вот так. Выпрямись. Чуть-чуть, выпрямись. Можешь выпрямить? Я выпрямилась. Ты выпрямилась? Что-то как-то... Skinhead. В общем, на самом деле скажем по-русски, потому что мне сейчас придется по-английски поговорить. Серьезный звезда рядом с нами. Ты тренируешься. Да, я тренируюсь. Пытался потренироваться. Смотри, в общем, мы узнаем, что сегодня. Чем человек, вот лично ты, отличаешься от других вот людей вообще? Ну, таких же, мальчиков. Девочка, я думаю, понимаю, чем ты отличаешься. Я как минимум лысый. В общем-то, наше население... достаточно волосатая, вот, и я отличаюсь тем, что я лысый, это как пока. Минимум, это как минимум. А вот, кстати, еще один, лысый. О, да! Я сам сделал! Да ладно! Он швея! Да, видно! Hello, I'm Tara McDonald, I am here at Neo Club with Party Vision. I know this. You are very important and famous person. How do you feel this section in our club now? It's my first time to Club Neo, and I heard this is a club it's an old club, but Moscow is 10 years. And from the outside, I thought it looks like an office. And when I came for sound check, like an office, like a place of work, you know, because it's serious outside. You come in and you're surprised because it's really beautiful. And it's much bigger inside than you think. Inside. Yeah. And tonight, I was a little bit worried before I sang because it's a very cool, more underground club. And what I do is more commercial. But the crowd gave me so much love. Second question. Well, I think there's many ways you can be famous. You can take your clothes off and run down the street and be arrested, and you can be famous like that. One kiss, okay? Okay. Can you hear? Oh, whoa. Game on. Какие таланты у тебя есть вообще? Я не курю ровно 90 дней. Я не пью 3 дня. Я нормально уже работаю. Рамор, гранит, известняк. О, слушай, мне надо что надо, можешь подогнать за то, что мы тебя вставим? Конечно. Свою рекламу сделаем. Записывай, я подгоню. Давай. Сколько подгонишь мне камни, сколько подгонишь? Мы обменяемся номерами. Смотри, сколько на камеру подгонишь, чтобы потом не спиздел просто. На 1300. Ровный парень, сразу видно. Так, после шестого его пустим. Может, по дому там посуду хорошо можешь. Играть, и все, больше ничего не имеешь. Вообще ничего. Ну хорошо, играешь ты хорошо.
Неплохо, да. Сняется, да, говорит? Сашка говорит, сняешься. Не, скажи, я, скажи, похож на Дэвида Бэхэма. Я похож на Джорджа Харта. Скромный парень, сразу видно, да? Да, крутой парень, да? Дай пожму руку тебе. Можно руку пожать? Рано. Вырубайте камеру здесь. You love. Love the life you live. Do everything you have with heart. And you will just have the most fun in your life. And that's what it's about. Peace.